Дамский каприз в мокром виде. На потом. О, я еще не знаю, сколько я за эфир сказала. Мы сейчас вот так вот сделаем. Так будет вкуснее. Дамский каприз — это вкус по белке. В мокром виде он просто быстрее приедается. Он такой пресноватый.
Классический, он такой никакой. Но клубника у него классная. А вот сейчас классно с кембриджским. Если смешать эти две пасты, то кембриска будет выигрывать, мне кажется. Потому что здесь слабоватый вкус. Ну, хотя она и соленая. Прикольно. Да, как я и говорила, кембриска больше дала вкуса. Но так как я их окунула с двух сторон, то кембриска такая получилась слабосоленая. С подвальным привкусом.